С целью повышения налоговой грамотности жителей налоговая служба проводит дни открытых дверей, на которых можно получить консультации специалистов или какую-либо практическую помощь. Тему продолжат мои коллеги. В день открытых дверей специалисты межрайонной налоговой инспекции консультировали славянцев по всем вопросам налогообложения. Подробно рассказывали о том, кому необходимо представлять налоговые декларации и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами Федеральной налоговой службы. Кроме того, каждый посетитель мог подключиться к сервису «Личный кабинет налогоплательщика» для физических лиц, который предоставляет возможность получать актуальную информацию об объектах имущества, по которым начисляются налоги, о наличии переплат или задолженностей. Стоит отметить, что такая форма работы с налогоплательщиками оказалась очень удобной, ведь дни открытых дверей проводятся в выходной день, и люди могут прийти в налоговую инспекцию в свободное от работы время. Мне вообще идея очень понравилась, все внимательно очень относятся, все вопросы решили очень быстро, все свои пожелания я здесь удовлетворил. В рабочий день сложно попасть в очереди. Здесь же очень сейчас хорошо и быстро. Суббота, и плюс сотрудники очень внимательные. Так что я очень доволен. Ни для кого не секрет, что добросовестный гражданин обязан соблюдать законы государства, в котором он живет. И важное место среди наших гражданских обязанностей занимает уплата налогов, в том числе и налога на доходы физических лиц. Не будьте равнодушны, задекларируйте доход уже сегодня. Специалисты налоговой инспекции напоминают, что срок подачи декларации о доходах истекает 2 мая. Надежда Калинина, Александр Косицын, программа «События».